Еще одно новое образовательное учреждение готовится принять учеников 1 сентября. Строительство школы в Малаховке перешло в завершающую стадию. Сомнений нет. День знаний 275 малаховских учеников встретят, сидя за партами в комфортных классах новой школы. В построенном здании рабочие укладывают линолеум, на дворовой территории завершают растилку газона. Все работы подрядчик обещает закончить 22 августа. На текущий момент выполнено по нашему контракту где-то 96-97%. Полностью смонтированы все трассы инженерных коммуникаций по школе. В принципе, планируем уже в ближайшие дни полностью все работы завершать. Речь идет уже о днях. Пока рабочие завершают установку дверей, освещения и системы видеонаблюдения, Госстройнадзор начинает итоговую проверку объекта. Мособлэнерго и Водоканал готовы принимать системы в ближайшие дни. Параллельно в кабинетах стартует сборка и установка мебели. Я думаю, детишки получат огромную радость, потому что школа современная, просторная, красивая. Ну и скажу так, в Малаховке подобных школ нет. Осталось эту школу насытить хорошими педагогами, создать хороший педагогический коллектив. В новом учреждении будут учиться дети с 1 по 11 классы. Появление этой школы призвано избавить учеников Малаховки от второй смены. Александр Колганов, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.